Доброе утро. Я нахожусь на выходе из станции метро Площадь Мужества. И, как обычно, хочу вам показать что-нибудь интересное вокруг этой станции. Хотя говорят многие обозреватели Петербурга, экскурсоводы, что здесь смотреть нечего. Но я опровергну этот стереотип. Впереди у нас с вами очень длинный маршрут. Займет он где-то около часа. Ну, по видео, разумеется, будет это гораздо быстрее. И пройдем мы с вами около 6 километров. Так что go со мной.